Вот, ну сейчас уже темно, завтра я при дневном свете продолжу, и вы сможете. Единственное, что я бы хотел с вами сейчас немножко поговорить на тему продвижения, в котором так многие из нас нуждаются, особенно сейчас, когда такой в стране роскошный кризис. Кризис живописи, вернее, кризис на рынке живописи сейчас, может быть, даже самый глубокий, чем все остальные кризисы в экономике страны. Сейчас 2017 год, все сейчас свежо, если вы смотрите видео. И даже если 2018 год, я думаю, ситуация не изменится еще лет 10. Рынок падающий. Рынок живописи сейчас падает. Все профессиональные покупатели живописи ждут и будут ждать еще лет 10. И уходят либо в другие отрасли, либо добивают остатки каких-то своих проектов. И новые создавать не будут. Нашу аристократию, наших, так сказать, олигархов обозначили не рукопожатными. Сказали, можете больше картины не покупать, в оперу не ходить. Что они и делают? Они обустраиваются теперь иначе. И вместе с ними обустраивается и средний слой миллионеров и так далее, и так далее. И так по... И остается практически только... То есть любой профессиональный покупатель ушел с рынка, потому что покупать то, что будет сейчас обесцениваться и дальше... Нам все тычет, что вы никто, русские никто. И с русской фамилией, в принципе, сейчас трудно развиваться в живописи на Западе. Потому что, ну, кто будет вкладывать в людей, на которых вот-вот будет очередное вето или запрет. Поэтому нам сейчас здесь, в стране, нужно создать совершенно новую покупательскую среду. И у нас с вами, те, кто... Вот приступил к живописи, у новообращенных есть такая возможность. У профессиональных художников нет такой возможности, потому что они сориентированы на профессионального покупателя. А у нас с вами есть возможность привлечь к себе колоссальное внимание. Например, представим себе выставку профессиональных художников. 20 художников выставились в ЦДХ в каком-то зале. Сколько, как вы думаете, придет на их презентацию людей? Ну, скажу вам честно, человек 30. Мало того, часто придут люди насильно. Уже на их выставки часто не хотят ходить, потому что ничего удивительного на этих выставках не происходит. Уныло, бедненько, заунывные речи. То есть архаика полная. Ну и плюс они как бы надоели своим друзьям своими этими унылыми выставками. Хотя, если бы мы были бы так культурны, ну, как аристократия 19 века, может, мы и ходили бы чаще. А они бы лучше бы писали, и интереснее были бы эти выставки. Но действительно сейчас это все уныло. И совсем другое дело, когда выставку создают новоначальные художники. Взрослые новоначальные художники, у которых есть штат друзей, штат сотрудников на работе и так далее, и так далее. То есть каждый из вас... Вот если вас 20 человек, может мобилизовать на подобную выставку, ну, человек по 20. И представьте себе, 400 человек или 30 на выставке профессиональных художников. Конечно, у вас будет гораздо больше людей. Но ваши сотрудники вряд ли купят у вас. Ну, нет пророка в своем отечестве. Это не профессиональные покупатели, это люди с улицы. Но они все знают о том, что живопись чего-то стоит. Они даже слышали какие-то байки про какие-то баснословные цены. И это тоже есть. И вот они приходят на выставку, ну и вдруг находят картинку у другого художника, у другой художницы, у другого художника, но из вашей же среды, которая ужасно подходит ей для зала, ужасно подходит для кухни, ужасно подходит на подарок подруге и так далее, и так далее. И она покупает. И она не знает о том, что рынок падает, что живопись профессиональным покупателям не нужна надолго. Она берет и покупает, потому что она знает, что живопись стоит денег. И покупает за эти деньги примерно. Если у нее есть, вводятся деньги, то она покупает за эти деньги, за какие у нее вводятся. Итак, мы таким образом можем собирать на наши выставки
огромное число людей и вовлечь совершенно новую публику в покупку живописи. Причем эта публика не будет покупать профессиональных художников, она будет ходить на наши выставки и у нас покупать. То есть на ваши выставки и у вас покупать. И то омертвение рынка, которое произошло, нас не только не коснется, а может наоборот даже оживить, потому что мы будем знать, что ситуация трудная, и мы, собственно, и мобилизуем этот ресурс. Мы будем более дружны, более внимательны к своему действию на общественное сознание, и будем это общественное сознание будоражить. И для этого мы создали Союз художников-импрессионистов. Ну вот мы с друзьями создали Союз художников-импрессионистов как коммерческую организацию для того, чтобы выполнять те задачи, которые должна выполнять общественная организация. Ну, чтобы подписывать с вами договора, скажем, о публикации альбомов, каталогов и так далее. Чтобы собирать деньги на выставку не в какую-то шкатулку там или коробку, а собирать как нормальная организация, как нормальное дело производства вести это. И я вас приглашаю к этому сотрудничеству, к этому потоку, который мы создаем вокруг импрессионизма. Тема импрессионизма, она, с одной стороны, вечная, с тех пор, как он есть, а с другой стороны, она ждет своего ренессанса. Профессиональная живопись, такая академическая, она потухлела еще. Она стала еще более неинтересной. Сейчас интересен экспрессионизм, очень интересен, но его трудно продать простому потребителю. И интересен импрессионизм, поскольку он очень понятен, он народен по своей сути. Поэтому мы с вами можем участвовать в каталогах. Каталоги будут так и называться. Русский импрессионизм. 100 новых имен. Может быть, у нас будет не 100, а 200, 300, 500 имен. Но название такое. Ну, чтобы оно было удобно воспринимаемым. И будем создавать выставки для всех участников каталогов. И приглашать вот эти на презентации. Вы будете приглашать ваших друзей, а мы будем помогать приглашать СМИ, организовывать все это, мобилизовывать, что можно мобилизовать. И таким образом не только выживать, но и, может быть, даже создать прекрасное движение вокруг импрессионизма, вокруг нас, как бы, новоначальных художников. Тем более, что многие из вас уже имеют даже вполне себе опыт рисования, вполне себе приличный. И часто я вам скажу, художники из числа вот новоначальных, когда участвуют в выставках с другими профессиональными художниками, распродаются они, а те не продаются. Просто потому, что у вас еще есть это вдохновение и удивление от живописи, и вы еще можете жить без дохода от живописи. Профессиональные художники замучены этим необходимостью зарабатывать, а вы еще не замучены. И вы можете себе позволить действительно писать от души. И люди, как ни странно, это чувствуют и, естественно, покупают в первую очередь ваши картины. Я это постоянно с этим сталкиваюсь, все в этом так пошучивают и как бы в недоумении, а на самом деле здесь нет причин для недоумения. И одним словом, я хочу вас всех вовлечь в этот проект «Союз художников-импрессионистов», писать картины, причем по всей стране, и в Омске, и во Владивостоке, и в Перми, и еще где-нибудь, писать эти картины через студии, которые с нами сотрудничают, чтобы попадать, ну, понятно, после некоторой цензуры, попадать в наши каталоги и становиться участниками рынка покупки импрессионизма, рынка импрессионизма, рынка живописи, который сориентирован на новое поколение покупателей живописи. Ну и, конечно, профессиональных художников я тоже зову в наше сообщество, вот, для того, чтобы найти нормальных новых потребителей для своей живописи, ну и таким образом подставить плечо нашим новоначальным художникам.